Да, правильно. Добрый вечер. После матча пресс-конференция по традиции первого слова гостям Зинкула Лебединов, главный тренер команды «Акбарс». Пожалуйста, несколько слов. Ну, хорошая игра была. Обе команды играли очень хорошо. Готовимся к следующему матчу. Спасибо. Главный тренер СКА Вячеслав Быков. Да, действительно, упорный поединок. Так же, как и первые два. К сожалению, я думаю, что ключевой момент это 5-3, что мы смогли добить. Ну а так в целом, ребята старались готовиться дальше. Спасибо. Спасибо, вопросы, пожалуйста. Территория КХЛ, Зинкула Хадярович, скажите, у вас сегодня не было права на ошибку, а матч складывался во многом так же, как и предыдущий. Что вам давало уверенность, что на этот раз будет иначе? Ну, мы готовились, вспоминать то, что было, сделали правильный анализ и стараемся делать, анализируем свою игру и готовимся к следующему матчу. Поэтому что такого специального не было, обычная подготовка была. Да, пожалуйста, еще вопрос. Зинплаха, еще вам вопрос. Вот у вас немало в команде осталось тех игроков, которые предыдущие кубки Гагарина завоевывали. Вот в такой серии их роль, может быть, в психологическом плане, может, еще в каком-то команде, она как бы возрастает, как бы имеет какой-то особый статус? Ну, у них есть определенный опыт, конечно, такого уровня, поэтому от них очень много зависит, от их игры очень много зависит, потому что команда смотрит. Вот. Но в целом я должен сказать, что от одного-двух мало чего зависит. Все зависит от самой команды, от каждого игрока в команде. Поэтому больше, так сказать, нацелен на команду. Еще вопрос, пожалуйста. Вячеслав Аркадьевич, не просматривается ли здесь Микоковскими признаков усталости? Все-таки провел 20 матчей без замен от первой до последней секунды. Нет, абсолютно нет. Он хороший. Зинкула Хадярович, прокомментируйте замены, которые вы сделали перед игрой. Обухов и Денисов. Ну, Денисов не играл, он у нас болел, поэтому он как бы вернулся в свое место. Что касается Обухова, Дима Осипов играл, так скажем, неплохо, но мы хотели что-то немножко другое, поэтому решили делать такую замену. И, Вячеслав Аркадьевич, вы в Казани сказали, что вас 1-0 счет устраивал. Считаете ли вы, действовали ли вы здесь таким же образом? Может быть, это помешало команде? Ну, нас устраивал до определенного момента, безусловно. Сейчас просто играть на удержание это не дает нам шанса 100%. Здесь правильно нужно использовать мои слова, которые я говорил. Когда ты ведешь счет в 1-0 в конце матча, то смысл бежать куда-то сломя голову, забивать второй, нет смысла. Валерий Жванин, Сентябрьском. Вячеслав Сукалевич, что и почему не получается у третьей тройки нападения? Я скажу, что все ребята стараются, независимо от нумерации. Вячеслав Аркадьевич, если можно, как вы считаете, вот не показалось вам, что немножко команда расслабилась, особенно это видно было в ситуации 5-3, вот как вы сказали, может быть, где-то почувствовала, что победа близка? Вы знаете, расслабиться можно, когда сирена звучит, а так они должны выходить и делать свое дело, если ни о какой расслабленности речи не идет. Надо отдать должное и команде соперника тоже. Есть еще вопросы, коллеги? Увидимся в 5. Спасибо.